кажуть, гуцули не переходять на зимовий час, бо дуже складно вмовити півня кричати на годину пізніше. Дуже складно в шоу-бізнесі співати справжні хіти, тому що композиторів раз-два і обчолся. Але ми вас зараз познайомимо з мужчиною, який своїми мозгами, руками і душою створив такі хіти, як «Прованс» і «На большому дівчині в воздушному шарі». Єгор Солодовніков сьогодні на жовтих диванах. Добрий ранок. Добрий ранок. Всім добрий ранок. Дуже рада тобі, тому що начута про ту історію, як Йолка знайшла цього геніального мальчика, і він написав для неї пісень. Де тебе шукали? Ти України чи ти живеш десь за кордоном? Де, да. Де ти? Де ти обітаєш? Я родився в Донецькій області, в місті Слов'янській, кстати, нашумевшим за останнє время. И писал музыку с детства, с лет 12 писал песни, играл в группах и в какой-то момент начал эти песни рассылать артистам. Но ты знаешь, что песня вот «Ёлки Прованс», я тебе как радиоведущая теж кажу, она в какой-то момент просто рвала. Люди ее замовляли 500 раз на день. И все казали: «Ёлка, аллилуйя, ты гениальна». Тобі особисто что дала, что дав такий успех от песни? Счастье. «Ёлка», только счастье? Счастье. Нет, ну, счастье и... Ну, гроши, я, немножко денег, немножко... Так. Уверенности в себе и ту позицию, когда я смог закрепиться и наконец-то начать работать ну, в этой профессии, написанием песен. Да, потому что до этого это было хобби, а здесь я уже стал, ну, как бы композитором. Ёлка говорила в своих интервью про то, что ты автор песни? Чи просто да, конечно. Было конечно, такое, так? Да. А как ты ставишься до тех моментов, когда артисты выкупают песни, ну так бывает и в украинском, и в российском шоу-бизнесе, и автору кажут: на тебе на 100 долларов больше, но ты забудь, что ты ее написал, это я написала, я придумала. Я пою. У меня, слава богу, такого не было. Мы об этом никогда не договаривались вообще. Я очень благодарен всем людям, всем артистам, которые поют мои песни и не умалчивают, что это я их автор. У меня просто даже таких разговоров не было. Я знаю про такую историю, ну вот как есть, так есть. А было такое, что ты написал хитяру, ты для себя ее, как композитор, чуешь в голове, вот так, гениально. Тут звезда заплатила деньги, спела, и ты думаешь: ёшкин кот, лучше бы этого не было. К счастью, было наоборот. То есть у меня наоборот есть такие моменты, когда я песню не замечаю. Мне лично кажется, что эта песня не может стать хитом, ровно как и «Прованс». Вот я ее, ну, не ценил и не думал, что это может стать популярной песней. А она вот так выстрелила. То есть это приятнее взаимно. Відносно выстрелила. Колись 300 лет тому назад Игорёша Николаев, извините меня, метро, маэстро метро, написал песни такие, как «Айсберг», там «Птицы» для Аллы Борисовны Пугачевой. Так? После этого в него карьера понеслась. Конкретно в данный момент Игорь Николаев имеет дачу в Майами, живет припеваючи, усы поправляет, там, я не знаю, обнимает молодую жену. Я не знаю, в тебе не было бажання написать примадонні песню? Чи, можливо, є артист, для якого треба написать, дать бесплатно, и тогда вот понесет? Здесь, ну, на мой взгляд, здесь судьба все расставляет на свои места. У меня прям такого четкого и сухого расчета по поводу артиста, который должен исполнять песни, никогда не было. То есть песня написалась, я никогда не писал одну песню, вот если быть откровенным, то одну песню для «Елки» или «Лизы». Эта песня была специально... Ты написал, и «Лизу» ты написал? Ну, это была специально песня, написана именно для нее. Угу. Все остальные, это песни были просто вот из искры вдохновения приходила какая-то мелодия, какие-то слова, все это на диктофон записывалось, зачеркивалось, поэтому, то есть песня не предназначена какому-то конкретному артисту. А было такое, что ты в тусовку шоу-бизнесову потрапляешь, но после дуэти с Ёлкой, все, и тебе кажут: слушай, Игорёша, ты мне подари, ты же понимаешь, ну вот вообще, давай, ну что? Такого не было. И такого не было? Ну, я не тусовочный человек, я живу под Киевом, в селе, спокойненько, я в подвальчик спускаюсь, играю на барабанах, на гитаре, то есть я не люблю вечерние тусовки, поэтому таких разговоров у меня... Ну, не было. Или к счастью, или к сожалению, пока, может быть, но... И цей нетусовочный человек, девочки, вырешил сделать свою сольную карьеру и начать спевать. Звідки появилось такое бажання? Неужели ты написал какие-то песни и потом подумал: жалко, хорошие елки не отдам, сам буду? Эту идею мне подсказал продюсер, наставник Евген Ступка. Этот товарищ, с которым мы вот уже года 4 дружим и работаем вместе. И в какой-то момент, в Новый год с 12 на 13, он мне позвонил и сказал: есть очень много песен, которые никакой артист просто не споет, а у тебя они получаются неплохо вроде бы. Я не буду говорить хорошо, ну, неплохо. И вот думал ли ты над тем, чтобы запеть сам? Угу. Ну, а так как эта идея тихо мечталась у меня там лет с 12, то, соответственно, мы вот потихоньку начали это все делать. Вот полтора года прошло, вот оно сейчас начинает реализовываться. Я насправді хочу, щоб відбувся цей епохальний момент. Давай подивимось твоє відео прем'єрне перше на пісню. Як називається пісня? Фантастика. Ітак, фантастика. Єгор Солодовніков, Гутен Морген.